Здравствуйте, дорогие друзья! Интернет-магазин SKKS. Хотим рассказать о новых функциях, которые появились в Android-магнитолог Джансу. Джансу не сидит на месте, развивается, исправляет ошибки, если они есть, либо добавляет что-то новое. Одна из таких новых функций появилась в разделе «Система». Это функция System iTuner. Что это такое? Это настройка верхнего, вот здесь сверху, разных доступных возможностей. И что здесь есть? Строка состояния. Мы можем у нас настроить строку состояния отдельно. Автоповорот экрана появился, чего ранее не было. Вы можете теперь поворачивать экран. Есть автоповорот экрана. Появилась возможность подключения гарнитуры. Этого нельзя было раньше делать. Рабочий стол. Трансляция соединения на другой экран. Вы можете соединяться. Точка доступа. Bluetooth. Это то, что находится в трее. Так званым. Вы можете это включать и добавлять. Также появился будильник и можно ставить время. Время можно менять, там секунды, часы, минуты, как что, кому нравится. Функция не беспокоить, это показывать регулятор громкости или его не показывать. Дальше панель навигации, расположение кнопок, они могут быть обычные, компактные, со сдвигом влево, со сдвигом вправо. То есть это для навигации. Заблокированный экран, это что будет появляться у вас на экране во время того, как он будет заблокирован. Можно запускать какое-то приложение. То есть Chrome, Wi-Fi, передача данных, показывать батарею и даже можно поставить время. То есть в режиме заблокированного экрана можно что-то менять. Ну вот это экспериментальная функция. Сейчас тестируется, пока она есть на тесте. Вот такие вот изменения появились в Джансу. Дальше будем информировать вас. Задавайте вопросы. Кстати, в описании есть некоторые вещи. А также в описании мы обязательно пишем наш сайт. Вы можете обратиться к нашим менеджерам и проконсультироваться. Либо задавайте вопросы в YouTube. Рады вас видеть. До новых встреч. До свидания.